В Якутии начинается сезон, когда на прилавки магазинов поступает свежая мясная продукция. И каждого покупателя в первую очередь интересует качество мяса и безопасность его потребления. О том, какие проверки проходит продукция перед поступлением на прилавки, расскажет Розалия Борисова. Прежде чем попасть на прилавки, мясо должно пройти не одну проверку. Касается это правило всех, кто решил сдавать на продажу мясо. После проверки соответствующих документов начинается второй этап в лаборатории. Это у нас мясо свинины. Мясо смотрим на трихинеллез. 28 срезов. Мы все мясо смотрим, проверяем. И такой срез берется с каждой туши. Берем пробу, да? Поперечно-полосатых мускулатурах, где обитает вот Trichinella spiralis паразит, который вот именно свинина, медвежатина, и мы проводим вот трихиноскопию. Ну, говядин тоже мы проверяем, цистицеркоз бовис, тоже паразитарные заболевания. Если экспресс-тест выдает отрицательные результаты на паразитов, мясо может поступить на продажу. Но и здесь можно провести свою проверку на свежесть. Это мясо говядины, но она светлая. Красного цвета, поверхность чистая, но на свежее, хорошее мясо. Но старое мясо, оно темновато бывает. Но если плохое мясо, ну, не соответствующее погоде, да, оно вот липкое, темно-красного цвета, кровоподтеками. А если вы хотите быть полностью уверены в качестве мяса, проверьте документы. Положительное заключение выдается только на основании экспертизы. Розалия Борисова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.